что сохранила опера? Свою чистоту отношений. В опере это единственное исполнение. Второй раз уже будет другая опера. Будут какие-то замены в исполнителях. Даже если этот человек будет петь в этой опере, он будет петь немножко по-другому. Опера – это синтетическое искусство, и все важно. Нужно, чтобы ритмично пели все, нужно соединить хор с оркестром, в то же время как бы не давить, а давать свободу солистам попеть. Каждый спектакль, каждый вечер на сцену оперного театра, в оперный спектакль выходит 10 солистов, 50 артистов хора, 60 артистов оркестра, да? То есть это целая фабрика, чтобы подготовить спектакль. Вокал вообще это свобода. Свобода петь свое удовольствие, ловить радость от того, что вы можете это исполнять. Это не каждому дано. Я должна до зрителя донести музыкальный замысел композитора, художественный образ режиссера. То есть я должна в зрителе пробудить его все чувства – гнева, ненависти, любви. Вообще, конечно, самые лучшие чувства, да, что есть в человеке. Пятый курс, выпускной, это было 8 марта, был правительственный концерт. Директором театра был народный артист Казахстана, лауреат государственной премии Жаманбаев Базаргали Жиевич. Как раз была ария «Виолетта» из оперы «Травиата» Джузеппе Верди. Я с ним занималась 2 месяца, январь, февраль, и в марте я его успела. В театре, когда она первый раз прослушалась, у нее уникальные были верхние регистры, которые колоратура без верхних нот, конечно, сложновато. Ну, а у нее уже было все. Был полный зал. Для меня это был, конечно, дикий. Не скажу, что стресс, но я знаю, что я была как в тумане. У меня даже колыхалось, по-моему, все платье. Подъюбник, платье, нога. Я думала, сейчас нога подвернется, я рухну на сцене. И я поняла тогда, уже с первого выступления, что должно быть все на полнейшем автомате. Вплоть до того, что если вы теряете сознание. Базаргали Жиевич, он сказал, говорит, я вот это твое выступление засчитываю за твое официальное прослушивание в театре оперы и балета. И мне было сказано так, как только ты получаешь диплом, в этот же день приходишь и сразу же устраиваешься на работу. Как сейчас помню, 10 июня, я с этим дипломом, вот как получила утречком, после обеда пришла сюда, в отдел кадров, вот тут, где он сидел, вот там вот с той стороны, так он же был. И также этим же 10 июня я также прихожу, и у меня единственная трудовая книжка. И я нигде не мотыляюсь, нигде не болтыхаюсь. Я люблю свой театр, я предана ему, я служу ему. Наш академический оперный театр имени Абая, великого поэта и просветителя казахского народа. Вот эти стены, они хранят память о всех больших артистах. Наши отцы-основатели – это Курманбек Джандарбеков, Канабек Байсеитов, Куляш Байсеитова, Жумат Шанин, Ахмед Жубанов, Евгений Брусиловский. То есть это целая плеяда выдающихся деятелей нашей культуры. Они заложили основу этого театра много лет назад. Заходишь, например, в цех, тебе подбирает пиджачок какой-нибудь. Ты читаешь, Ермек Серкебаев, пояс кого-нибудь достался. О, вот этого пояса, наверное, сейчас буду хорошо петь, раз подпоясался. И какая-то сказочность в этом всем есть. Вся эта волшебная театральная пыль. У меня в памяти остались те образы, которые делали в свое время наши магиканы, мэтры. И это несравненные образы. Я иногда думаю, как они всеми этими, нехватка в свое время было всего, как они выступали так искренне, правдиво на сцене. Просто можно белой завистью завидовать.
все равно голова холодная. Если дать эмоциям волю, может пострадать технические моменты. Стенка мне дает ощущение слышания, насколько я очень много задействовала вот этот главный резонатор. У меня играет большую роль азарт. Вдохновение у меня появляется уже... Если я еще долго не пела на сцену, у меня начинается вот этот колотун, мандраж. Отсюда пойдем, в темноте. С годами зрители знают мои прекрасные, например, выступления, хорошие выступления. Они их помнят. И они... Вы не должны давать зрителю пищу, чтобы вы стали петь хуже с годами. Так, это третий звук, да? Угу. Так, все, я пошла в ремонт и приду на сцену. Мама хотела, чтобы я была музыкантом. Папа противился. Но в итоге папа был в больнице что-то на профилактике, и мы, проезжая мимо музыкальной школы к нему, мама говорит: «О, музыкальная школа, пока папы нету, давай-ка попробуем. Поступишь, поступишь, не поступишь, не поступишь». Поступила. Не сказать, что я прям с удовольствием занималась. Я не любила технические экзамены, эти гаммы бесконечные, эти этюды. Я понимала в детстве, что насколько родителям было, наверное, трудно. Они у меня металлурги, и это очень тяжелый труд. Я видела, во сколько они приходили домой, работали по 3 смены. Это же все-таки большие деньги стоило. Купить пианино, 20 рублей каждый месяц оплачивать за обучение. Я поступала в музыкальное наше училище Темиртау. Но уже тогда я хотела быть певицей. Мама, скрипя сердце, она категорически не хотела, потому что в их головах все артистки, они... легкого поведения, легкомысленные, у них нет настоящих семей, без детей. Пришлось мне прийти и маму поставить перед фактом. Либо я иду работать кем-то без образования после школы, либо я говорю: ты мне разрешаешь поступить на вокальное. Еще же не переодеваемся, а? Тяжело. Сейчас там стол. Пожалуйста, Норманд, Раймонд, проходим на сцену. Генрих, Раймонд, Генрих, Раймонд. Мои сокурсницы были старше на 4 года. Им был 20-21 год. Они поступили с красивыми голосами, с такими, знаете, настоящими оперными, вот с этими грудными нотами, масляные такие вот все. А у меня был такой, я не знаю, как у вороненка, наверное, или как у птенца такой. У меня тогда, помню, конфликт такой произошел с педагогом. Она сказала открытым прямым текстом: тебе в консерваторию, деточка, тебя в консерваторию на пушечный выстрел подпускать нельзя. У меня такой сразу взгляд, слезы на глаза. Ну, у меня же, видать, тогда характер проявился. Ну, только чтоб не увидела мои слезы. Это же все живое, тем более голос, да, он очень хрупкий. Мы же не видим, что у нас там внутри. Когда нас учат, нам говорят там: здесь подними, здесь опусти, здесь открой. И это все надо почувствовать, да? Не в обиду инструменталистам, я всегда говорю, инструмент можно всегда приобрести. 2 тоненькие мышцы – это тоже 2 струны. Если порвется мышца, вы ничем не замените. Бытность здесь, я знаю, даже рассказывали. Если дирижер, например, завтра у меня спектакль, а сегодня вечером он меня где-то здесь увидел, он сбучку устраивал. Я знаю, что народные артисты, например, Джаманова, трубки не поднимали, телефоны отключали. Только не разговаривать.
работы у нас вот такие. Главные партии могут длиться, а времени просто рот не закрывается. Это такая партия «Виолетты», партия «Чиусан», это я про сопрано говорю. То есть получается, вы должны выучить вот такой вот клавир, и он вот такой толщины. И все знать практически наизусть, по возможности, конечно, если абсолютно память. Знаете, есть такая категория солистов, которую, вы понимаете, вот не обязательно каждый раз давать вступление, каждый раз как бы всем своим видом показывать, что так тебе нужно петь, здесь так. Просто чувствуешь, и они чувствуют дирижера. Нам буквально где-то достаточно взгляда, позу взгляда, какой-то поворот. Это профессионализм. Дисциплина, выучка, профессионализм, как можно жесткое требование к себе, шлифовка вот этих всех навыков. А творчество, ух, вы знаете, творчество – это такая тонкая материя, она дается очень гениальным людям. Я не считаю, что я гений. Гадким утенком. Теоретически, да, я была подкована, все хорошо, но я понимала, что еще нет тех вокальных, наверное, данных. Мне педагог в училище сказал, ты знаешь, говорит, поступи все-таки здесь у нас в Алма-Ате. Я поступила, мне повезло попасть к профессору Курмагалиевой Суле Грифоловне. Я действительно поняла, что я у этого педагога могу научиться всему. Когда мы все пришли, были очень такими хрупкими. Помимо этого, всегда боялись мэтров, всегда их внимательно слушали, старались делать то, что они нам говорят, потому что за ними большой опыт и так далее. Наверное, благодаря этим мы росли. Лакмусовая бумажка. Вышли на сцену, сразу видно, как будто вы обнажились. Кто вы? Умный, дурак, жадный, глупый. Правильную партию выучили, завистливые ли вы. Даже по отношению к партнеру, когда вы отдаете полностью все свое, когда вы взаимодействуете с партнером в дуэте, сразу же видно, кто холодный, кто не хочет делиться. Она из тех, кто болеет именно за, не только за себя, да, за общий, за спектакль, за общее дело. Потому что, к сожалению, есть такие, которые хотят выставить себя и топят других. Ну, не то, что топят, да, скажем, вот в данный момент, например, я не в голосе. А этот солист услышал, что я не в голосе, и начинает еще больше поддавать. Вот он хорошо поет, а он еще больше. Тем самым, как будто бы себя возвышая, да, там, на моем фоне, скажем, да. Но она такого нет, себе не позволит. Были 90-е годы, развалился Союз. Было высказано, что, конечно же, мне нужно дальше обучаться в Италии. В Алма-Ате еще не было никаких посольств, только-только все организовывалось. Поступили сразу, прослушались. Все, у нас база очень хорошая, советская, алматинская школа очень хорошая наша была. Но бытовой шок, когда вы приезжаете в капиталистическую страну. Да, мы поступили. Поступили причем на грант. Итальянская республика нам предоставила бесплатное обучение, стипендию 500 тысяч лир. Но вы должны сами искать. Общежития как таковых нету, как у студентов. Сами искать квартиру. Первый месяц у меня ком стоял в горле. И не хотелось учиться. Мне хотелось обратно домой в Алма-Ату. Да, у Милани занимался она. Педагог опытный, Виталий считается. И она с багажом хорошим приехала сюда. Мне сразу сказали, у тебя появился уже
построение итальянского такого звука. Это считается более изысканный звук, когда вы не орете из последних сил, когда вы не выдаете, а когда вы можете прикрыть этот звук, когда вы можете его на пиано. Сивильский цирюльник, турандот, травиата, риголетто. Я с ней пропел почти весь репертуар. В одном спектакле так играет, в втором спектакле может что-нибудь себя придумать. И есть у нее вот такое более масштабное она мышление на сцене. Не только сама играет, она заставляет всех играть. Она может себе позволить многие вещи, которые не могут позволить себе другие. Ну, я не говорю, что это что-то из ряда вон выходящее, но она требовательна. Почему, если человек очень хорошо, да, комфортно себя чувствует на сцене, поет, играет, почему другие должны работать в полноги? И она должна терпеть. Все должны подтягиваться к ней в данный момент, да, потому что все-таки она, конечно, она прима мирового уровня. Примадонна оперного театра, очень редкий голос, очень редкой красоты, она блестяще владеет, она стала любимицей всех наших оперных меломанов Алматы и республики. Я не скажу, конечно, что, наверное, у меня один из красивейших голосов, абсолютно, я все равно к нему критически отношусь, но по мере владения им и выносу по темпераменту, да, я понимаю, что я могу брать Эверест, скажем так. В Москве или на Украине я, например, пою. А ты вообще откуда приехал? А почему ты не поешь в Европе? А почему у тебя нет агента? Почему у тебя нет импресарио? Вот, они никак понять не могут. Для меня важен, но там, где я живу, где я ощущаю себя, что это мой дом. Мой педагог Соль Грифовна, она мне говорила очень такую хорошую вещь. Твоим защитником тебе со мной будет только твой голос. Насколько профессионально ты им владеешь, ни агашки, ни дяди, ни телефонные звонки. Это все меняется. Как бы вы ни пыжились, за вас же никто не споет. Если вы постоянно не шлифуете, если вы постоянно не трудитесь, если вы постоянно не поливаете эту сцену потом, вам никто не поможет, никакой звонок. Знаете, можно петь в карьере, иметь одну партию, лечить в обермор и быть счастливым на всю жизнь. Вы еще в балет под свадьбу, да? Я со многими певицами, великолепными певицами и певцами, народными артистами Советского Союза, и Марией Биешу, и Евгением Рыщиченко. Я хорошо помню слова Евгения Рыщиченко.
когда были гастроли, а у меня тоже как мышца там или что-то такая стою. Видит мое такое выражение лица, что мне, да вот у меня то-то некомфортно. Она сказала такую вещь: за всю карьеру у вас наверняка на памяти будет 3-4 выступления, которым вы будете довольны за всю творческую жизнь. В моей жизни, на моей памяти только 2 выступления. Творчество – это нирвана, когда это высший пилотаж. А вот представьте себе, мы вокалисты. Дождь пошел не туда, выбросы не туда, машин слишком много. Это же все влияет на голос. Чтение роли нужно вот эта именно оголенность, вот эта нервозность, вот это должна быть. Актеры, мы такого нервная организация. Знаете, вот я бы назвала невротики шизоидного или истероидного типа, говорю. Партии лирико-колоратурного сопрано, ну, которые мечтают спеть все певицы, они мной освоены. Это Травиата, и Джильда, и Марфа, и Лючия, Царица ночи, Шамаханская царица. То есть по спектаклям, когда спрашивают, что бы вы хотели спеть, я не могу пожаловаться на бедность. Я, наверное, спела много. У меня есть такая возможность, что с годами голос становится более плотного плана, и я могу переквалифицироваться, скажем, в лирический сопрано. Это получается начать творческую деятельность с нуля. Голос-то звучит, он отшлифован, он мышцы выдерживает, никуда он не девается. Всему свое время. Это, как говорится, каждый отрезок времени – это как времена года. Он каждый хорош по-своему. Я понимаю, что я, как говорится, с годами не молодею. Я не могу взять и превратить свой аппарат, свои мышцы, свое тело в молодое. Но я знаю, что есть ученики. То есть получается, что как бы реинкарнация меня самой, я хочу, чтобы... Это очень сильно сказано «хочу». То есть моя задача – привить ученикам те же самые профессиональные качества. Отдать все то, чем я владею, дать молодым солисткам.